Починаємо брифінг Вадима Рабіновича, співголови депутатської фракції опозиційної платформи «За життя». Будь ласка. Здравствуйте, дорогі друзі. Я в нескольких словах хочу повторити те тезисы, которые мы уже начали сегодня говорить. Первое. Оказалось, что сегодня вопрос бюджета не стоит. Хотя, казалось бы, единственное, чем и должна была заниматься Рада, это бюджет и ковид. Но бюджета нет и не предвидится пока. Они между собой не могут поделить вот те замечательные потоки, о которых раньше говорили, не будет вообще. Ну а про ковид я вообще лучше промолчу. Куда тратится сегодня колоссальный фонд, колоссальный, повторяю, фонд борьбы с коронавирусом на дороги, на сайты, на всякие развлечения. Я могу вам сказать, что по требованию Верховной Рады никто, тем не менее, мы требовали, никто не включен в состав тех людей, которые хотя бы смотрят, куда уходят эти деньги. Их распределяют в администрации президента один на один. Это не проекты, а прожекты. И все, что мы имеем, я просто вам повторю. 5 вопросов президенту – это все, что он сумел нам сказать через 1,5 года. А мы хотели уже ответы на вопросы. Мы хотели, чтобы нам сказали, почему кумовство, которого обещали не будет, сегодня процветает вовсю. Для того, чтобы прийти во власть, нужен не, как говорили нам, опыт, честность там и так далее. Нужна или связь с 95-м кварталом, или бизнес-интересы, или полное отсутствие мозгов. По-моему, это главный критерий для того, чтобы попасть сегодня во власть. А помните, разум, совесть и так далее. Теневые схемы, которые должны были закончиться, процветают. Страна сегодня не в состоянии бороться с эпидемией по одной простой причине. Потому что воры, присосавшиеся к медицине, начиная от Супрун, которая уничтожила украинскую медицину в преддверии пандемии, и сегодня почему-то не находится под следствием. И сегодняшние продолжают ту же самую замечательную работу. Они спрашивают, нужно ли легализовывать наркотики. Зачем? Вы уже так под ними находитесь. Потому что нельзя творить то, что вы творите, не в наркотическом дурмане. Это просто невозможно. Вы задаете вопрос, будет ли мир или там как Будапештский меморандум. Какой меморандум? Прочитайте его. Вы думаете, какая-то страна будет гибнуть за нас? У кого-то есть другие интересы. Америка имеет американские интересы. Россия – российские, Китай – китайские, а у нас почему-то интересы связаны с какой-то неизвестной нам очередной страной. Торжественно объявляют, встретился министр здравоохранения с послом США, и теперь мы закупать российскую вакцину не будем. Ну дайте нам американскую. Не, нам не положено, никакой не будет. Просто вы там не покупайте. Конфеты можно, нефть можно, а для здоровья людей, которым нечем лечить, вакцину нельзя. И вы задаете вопрос, надо ли наркотики узаканивать. Прекратите хотя бы их принимать короткий промежуток времени, чтобы можно было нормально оценить ситуацию в стране. Вот это важно. Скажите мне, пожалуйста, мир, с которым пришел Зеленский, вместо мира сегодня задают вопрос. Свободная экономическая зона. Какая зона? Очнитесь, где вы ее будете делать? На какой территории? Какими силами? Какими деньгами? Это очередное просто дурилово людей перед выборами. Вы думаете, вот сейчас 1,5 года ничего опять не делать, а перед местными выборами вы расскажете 5 вопросов, завтра придете, выступите в парламенте, и люди опять проголосуют за зеленых. Да очнитесь вы уже, не будет этого больше. Дорогие друзья, у нас беда. Мы оказались один на один с абсолютно безграмотной властью. Нам казалось, что хуже того, что уже было, не будет. Но, к сожалению, это не так. Продали землю за 12 миллиардов, которые Зеленский лично обещал, придя в зал. Я хочу напомнить, потому что короткая память – это одна из главных бед нашей страны. Он пришел в зал и сказал, мне самому не нравится этот закон, но 12 миллиардов, которые мы получим сейчас, нам очень нужны. Землю продали, и если бы не наша фракция, ее уже продавали, мы вам не дали этого сделать, и пока будем продолжать не давать. Но дальше что? Деньги где? Деньги не пришли. Но если не пришли, отмените закон о продаже земли. Землю продали, гроши не получили. Это что, такой нормальный способ управления страной? И, наконец, вчера Держкадастр заявляет нам, 10,4 миллиона украинской земли, которые говорили, в собственности государства нет, есть только 2. 8 уже сперли. Вот в это вдумайтесь, дорогие друзья.
Но, тем не менее, говорить, что все плохо, нельзя. Партия «Слуга народа» все-таки работает. Подан эпохальный законопроект. Я тут аплодирую просто слугам. Подан законопроект, по которому каждый человек, который сдаст тонну молока и будет держать корову, сможет выгнать 150 литров самогона. Что вы курите, у меня вопрос там? Или у вас уже глубже наркотики? Что вы творите? Вы почитайте закон этот. Это единственное, что вы родили вот от всей совокупности ваших потрясающих действий. Дорогие друзья, что я могу вам сказать? Продолжительность жизни в Украине сегодня определена средняя как 62 года примерно. В той же Польше 67, во Франции 70. Вы крадете у нас 10 лет жизни у каждого гражданина Украины, ничего не делая. Ничего, еще раз говорю, ничего не делая. Вы просто тратите наши деньги, сидите на потоках, назначаете кумовьев, мира нет и не будет, вакцины нет и не будет. Есть вот это вот дешевые выступления и видосики с пытаниями. Дорогие друзья, мы с вами в преддверии местных выборов. Мы с вами в преддверии решающих, может быть, для многих городов и областей нашей страны каких-то решений. Я уже знаю многие результаты по социсследованиям, но мы еще выздоровели не окончательно. Если мы дальше будем выбирать видосики, то лечиться будем по телевизору, зарплату получать по телевизору. А что мы будем делать дома, я вам даже говорить не буду. Поэтому надо прекращать выбирать вопросы и надо голосовать за ответы. Надо прекращать выбирать видео и выбирать натуральную жизнь. Сейчас пришло время профессионалов спасать Украину. Спасибо большое. Дякую, брифинг завершено.